Новоалтайский городской суд. Сегодня здесь решается судьба Дарьи Волокитиной. Девушка против, чтобы ее лицо снимала камера. Сначала подсудимая вообще отказывалась являться на приговор, узнав, что на заседании будут журналисты. Ёшкин, матрёшкин. Офигеть. Так это вот только... Резонансная авария, из-за которой Волокитина оказалась на скамье подсудимых, произошла в октябре прошлого года. Тогда девушка сбила фельдшера на трассе Барнаул-Новосибирск. В тот день на трассе уже произошла одна авария, на которую и приехала погибшая Валентина Котенева, сотрудница Тальменской ЦРБ. Женщина стояла на обочине возле машины скорой помощи. В этот момент ее сбил вылетевший автомобиль, за рулем которого была Волокитина. Девушка даже не снизила скорость, хотя видела, что на трассе работают спецслужбы. Сказать за своих детей я могу только одно, что мои дети потеряли. Прости самого родного, близкого. Юля, дочь, она вообще говорить не может. Сейчас она готовится к экзаменам по ЕГЭ, 11 класс. И выбрала путь поступать в медицинский. Сомневалась до тех пор, пока не произошла эта трагедия. И когда произошла трагедия, она сказала все. Я осознанно буду поступать в медицинский. Я хочу, чтобы бабушка мной гордилась. Потерпевшие говорят, что на последнем слове Волокитина произнесла очередное скупое «извините». По словам девушки, она не помнит обстоятельства трагедии. Защита просила условный срок, но суд назначил Дарье Волокитиной 3 года лишения свободы в колонии поселения. Это Татьяна Литер. Она сестра-близнец погибшей. Обе 45 лет в медицине. Обе работали на станции скорой помощи. Облегчения, знаете, никакого нет. Потому что мы хотели хотя бы услышать последний ее момент, действительно ее раскаяние. Раскаяние не прозвучало. Она на последнем слове сказала: «Извините, я не хотела этого, но так получилось». Спустя год они не могут прийти в себя. Сыновья, внучки, сестра и муж, который прожил с Валентиной в счастливом браке 45 лет. Никогда у нас не было большого богатства, а счастье было большое. Я всегда берег ее от тяжести, чтобы она никогда не совершала этих подъемов каких-то тяжелых, там лишнее хозяйство, вплоть до того, что и скотину сам, и все, и огород. Лишь бы она помогала людям, у нас была одна цель, чтобы мы были значимы. Я был агрономом, хлеб растил, она лечила людей. Лечила людей Валентина Котенева до последних минут своей жизни. До пенсии ей оставалось всего 2 месяца. Придется учиться. Уж сколько Бог там отпустил жить. Наверное, так всех смогу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.